Вот съемку произвожу с разрешением 1080. 1080 это самое максимальное разрешение, что можно выставить на этой видеокамере. Вот. Ну и звук, естественно, вы сами все слышите. Видите, слышите. Ну, я говорю, светосилы достаточно. Видеокамера снимает неплохо, как бы, по светосиле. То есть здесь в комнате довольно-таки темно, но свет немножко падает с окна, и камера вот выхватывает. Тем более она стоит на автомате белого, белое-черное. То есть, понятно, она автоматически все выставляет. Вот. Но звук, совершенно нету звука, совершенно плохой звук, очень некачественный звук. Поэтому я именно показываю, что не в плане здесь разрешения, а в плане именно звука снимать этой видеокамерой. То есть использовать ее как видеокамеру, наверное, все-таки невозможно. Ну вот такой вот небольшой ролик на, еще раз говорю, разрешение 1080.